Ух, как темно! Сегодня первый мастер-класс Елизаветы Костягиной. Интересно? Нам очень. Он пытается бросить пить, начать жить ЗОЖ, но хочется завязать с этим ЗОЖ и пойти выпить что-нибудь. Ведь судьба уже предначертана кем-то, и это не одна черта. Вообще, почти 5. Вы заметили, что там 2 цвета преобладают в клипе? Черное и белое. Есть в каждом человеке темная и светлая сторона. И они борются между собой. Он не выдерживает, он становится черным. Да ладно, фиг с тобой. Горизонт вертикален и вообще. У меня была версия насчет того, что когда у тебя депрессия, ты лежишь, пытаешься как-то рассеяться, как-то успокоиться, и тебе кажется горизонт вертикальным. В данном случае, когда я писала песню, имелось в виду, что горизонт, он какой у нас должен быть? Горизонтальный. А если он вертикальный, значит, все не так. То есть это способ сказать, что в моей жизни все не так.